One. Лучше давай, тогда сейчас сразу ставлю лазерку, сантиметр отмеряем. И это. Тут намного легче, тут только одна полоса и все. Согласен? Пало. Угу. Я могу сходить. Сходи. Ты ж не говорил, ты сразу действуй. Куда? Да, говорит, могу сходить. Вань, чувствуешь, как наверху жарко? Нет, тебе тут холодно. Нет, тут холодно, я тут снизу, а вот там вот той. Я страшная. Я в прошлый раз меняла бы приводовки, вот эти редукции. Это, конечно, наверху, блядь, я... Это кошмар. Я не знаю, кто-то придумал, блин. Чорний цвіт туди наліпити. Хтось дуже розумний чехніт. Сколько будем робить? Все. Сантиметр, да? Ну, у нас же 2 сантиметра полоса. Сразу здесь еще. Подожди, без батарейки же на робу, Вань. Да, ты что? Да. Нет, сантиметр померить, я выставлю. А давай сувай на глаз. На глаз так обрубленный. Тоже мало сухо. Намерь сантиметр, да, ну, да, я буду туда поставлю то есть. Мачу. Сюда. Все? Все. Все, вот они прямо так. Все люди. Так, меряй высоту с тихо. Да наша это, ну, я так полоса, не? То не треба было дорежать. А, йо, не, ты не думаешь? Вниз потом дорежем. Ну а що? Ну давай. А здесь, я... здесь вона буде забалашена. Бач? Так собі забала. Таке збиття. Що там? Знаєте, воно щось посунуло. Стось, посунуло. Стось, стось, стось. Десь? Змагало. Куди? А, Ванька, воно это. Як ходиш, воно. Як ходиш, воно дребіжить. Все, стоїть ровно. Давай, я снимаю, да? Так,
Я раз в горе, а ты будешь снимать. Пока. Слушай, так я, может, тогда еще не снимаю? Не снимаю. Тут потяни за собой вот так. Давай. Подожди, я сейчас там дорогу. Ні, це просто виступи страшно. Я нічого не роблю. Ні, ти просто виступи. Як виступи? Я не бачу людей. А. Ну все. Я нічого не роблю. Ще, ще, ще. Ти виступи. Давай. Давай. Все. Тихо, де політаю? Ти політаєш тобі. Так, я уголок готовлю сразу. Так, так, у нас. Слушай, у меня машина. Машина ключ. Это? У меня на ручке отключение скорости вот такая повешена. Это паста. Там два штучки. Вот, принеси, чтобы мы ее сколько срабатывать работали. Понял? А, это именно вот такие, да? Да, да, ключ от машины возьми. В кармане. Сейчас ты нажимаешь на ноги, а назад потом на двойку. Вот они. Алло. Чао. Ну, все на двойке. Які суті? Тема менші? Либо ті великі? Ну так, то маєш там, то ключі там. Ключі в двері, ано. Перезай тіма роль. Ну? Віж мені 37 пів ще. Скільки? 37 пів. А то ти не маєш додому, або до того, до подлаги до тебе. До чого маєш? До тієї подлаги. До того. То... А то, то наміряв до цього, давай. До цього. Так, так. Да, ну далі не будемо, там не будемо клеїти. Так, ні. 37,5, давай. 37,5, а чого не будемо? А на що? Але тут заклеєно. Ага. Ти увагу просто там на кінці. Навіть не стоїть, то не... Так, подожди, ти казав, що це спорудне, так? Так, 37 з половиною. Я не змов. Кузніка. Візьми йому метр, так? В якій місці уголок купити? Йо! Ти маєш душ. Ти трошки підчихатися. Давай. Десь.
снимаем, куда я не знаю, потому что если, если там сантиметр коротить, допустим, сколько я отрежу? Разговаривать, чтобы там через дырку не было слышно, но вот это через эту дырку тоже Ні, треба, іди туди. Треба знати, де так. Ні, понятно. Іди на ту сторону, я буду тримати вольник, бо я стій сюди не можу. Ага. А ти там поставиш точечки. Ні, давай. А потім по тих точечки поставити. Что, можно отрепляться? Thank you.
асфальт, это же еще внутри есть, это рух. Давайте без рук. Так, теперь меряй мне внизу, сколько уголов. 8 метров. Ну, тем более, ну а тут, я не знаю як, ви дивись. Що? Ми тут накидали цих кусків срани. Таких? Ну, бачиш. Та ну що, воно тут до низу, там меряй, там плюс-мінус. Зараз буде? Да, конечно. А вот так-то хай. Да не верю. 54. 54? Да, да. Метр у тебя, Ваня, давай. Нет. А другий угол 21 і з половиною. 54? 54. 21 з половиною. Ушло як брехні посидіти. Ой, тепер з тої сторони міряємо, скільки той. Полістирен, так? Все, лазер я тут включаю. Носу на другую сторону.
поле, это все отлучит. Дядя Костя. Gracias.
Что ты хочешь? Ну все, супер. Простите, мы резали? Я не знаю. Мерился. 69 чи що? Та як 69? Ні, маю на увазі ширину. А, 6. 6, так. Да, тепер режим. Менше? Ну зараз той кут запихати тут буде. А, менше. Воно так заходить, так тісно. 5,5, да? Ну, 5,5 супер не було. Давай. Ну, але то режим ті, товстий. Я знаю. Так, Ренка. Давай. Вань, 5,5 режу, да? Ага. 200 там. Так, а ну, Так, давай, 5,5. Дай трошки більше, 3,5. Надо мне метр. Все, хорошо. Вань, ну что? Чайтесь. А? Там внизу.
там уголок буду чинить? Чинят, нет, такой приклеит-то еще. Ну, то потом с той стороны задал опять. Что там? Там Пасху будет. Где, внизу? Ну, просто Пасху будет. А сколько? Я знаю, сколько будет. Там 3,5 на 4. Что? Ну, если так, а там не хватает. Я вниз не надо лепить ничего. Я там вообще ничего не роблю. Так залепить її там на Пасху, не обов'язково подивитися там, не обов'язково її врізати поздовж, дати на широк. Ну давай, просто там перехід, там так є перехід. Там тоді заліпимо, спочатку зробимо там все, а потім заліпимо. Все, ока. Так, йдемо на іншу сторону. Все, а там потім ще притиснуть ззаду, щоб воно сюди. За це ще. Ще нагорі треба, може бути, чи не треба. Знаю, як надавало. А там я не можу помірити. Да, ну все, хорошо, ладно, давай, все, пішли на другу сторону.